Приветствуем вас, дорогие студенты ТВ-семинарии. После регистрации на курсах нашей видеосеминарии к вам автоматически приходит рассылка с формой. И многие студенты очень часто жалуются, что очень много ненужной информации. Мне приходит рассылка с формов с тех курсов, которые вы уже завершили. И вы хотели бы освободиться от этой рассылки. Для этого давайте мы с вами воспользуемся настройками. Перейдите на страницу курса, войдите в курс. В данном случае это курс у нас «Библиология». Мы находим вот такой вот блок «Настройки». И здесь нажимаем «Доставка сообщений». Здесь мы с вами находим следующий. Это отключение рассылки формы. Подписка на сообщение формы. Здесь вы ее можете отключить на тех курсах, в которых вы завершили обучение. Вы ее отключаете. Далее нажимаете «Обновить форум». Все, вы обновились. Проверяем. Галочки отсутствуют. Теперь переходим обратно на курс «Библиология». И мы с вами переходим следующие настройки. Это форумы. Это такой блок элементов курса. Переходим на форумы. И мы здесь с вами видим две ссылочки. Подписаться на все форумы или аннулировать. Если на этом курсе вы уже, этот курс вы уже завершили, и вы не хотели бы получать с этого форума, с этого курса рассылку, то нажимаете «Аннулировать подписку во всех формах». Мы с вами видим, что я как участник этого курса уже не подписан. И мы, естественно, видим такие кнопочки «Нет». Что мы не подписаны. Что означает кнопочка «Да»? Значит, это я, когда проходил обучение, я подписывался. Для того, чтобы вам не получать абсолютно ничего, мы нажимаем на кнопочку «Да». И она изменит свое состояние. Теперь «Нет» стоит. Нажимаем следующую кнопочку. И так проделайте с каждым форумом, с которого вы не хотели бы получать уведомления. Далее вы просто отсюда выходите, и вся эта информация сохраняется. Спасибо за внимание и приятной вам учебы.